Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодня я подготовила обзор новинок из магазина Fixer Price, поэтому усаживайтесь поудобнее. Надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной. Ну и начнем мы с вами, конечно же, с кухонного отдела. Как всегда, тут самые интересные и полезные новинки завезли. Чайные чашки объемом 180 мл с материала фаянс. Стоят они 55 рублей. Эти чашечки выглядят очень мило, красиво. Также их можно использовать для приготовления крепкого кофе. Отличаются они рисунками. Единственное, что заметила, некоторые рисунки бывают потертыми. Но, к сожалению, не знаю, это потертость уже со временем или же просто не пропечаталась на производстве. Пластиковые кружки объемом 300 мл, такие кружки идеально подойдут для пикников, стоят они 27,5 рублей и произведены они у нас в городе Вязьма. А еще мне понравилась коллекция кружек с крышками от торговой марки Архимед. Это вот такая кружка-бульонница объемом 600 мл, изготовлена естественно из пищевого пластика, стоит 49,5 рублей. И еще есть кружка с крышкой меньшего объема, в два раза меньше, объем 300 мл, цена 19,80. И еще две полезных новинки для дачи и пикника. Это миска объемом 800 мл, которая стоит 27,5 рублей. Привезли в двух цветах, вот такой голубовато-серый и приглушенно-желтый. И пол-литровая мисочка точно в таких же расцветках стоит 18 рублей 30 копеек. Еще одна оригинальная кружка. Это керамическая кружка с пробковым основанием, стоит 124 рубля. Есть несколько вариантов расцветок, и насколько я помню, эта кружка должна была уходить в одну из коллекций Fix Price. Но, к сожалению, уже не вспомню, потому что заводились эти товары достаточно давно, но кружки появились только сейчас. Коллекция бутылок для воды объемом 450 мл, стоят они 149 рублей, изготовлены из стекла, украшены яркими красочными принтами. В нашем магазине три варианта расцветок – желтый, синий и черный. Ну и еще немного новиночек из коллекции «Белый лофт». Появились подставки для бумажного полотенца в белом цвете. Стоят они 149 рублей, имеют размеры высота 30 см, диаметр 13,5 см. А еще мне понравилась вот такая глубокая тарелка. Посмотрите, как красиво она декорирована различными мазками, красивой надписью, черным ободком. Стоит 59 рублей. Набор пластиковых мисок, или как заявляет производитель салатников, стоит 249 рублей. Набор состоит из 4 салатников объемом 6 литров 800 мл, 3 литра 900 мл, 2 литра 100 мл и 1 литр 100 мл. Милая пиала за 99 рублей, которая отдаленно напоминает роспись под гжель, потому что он белый фон и синие цветы. Кулинарный набор пластиков и аксессуаров, который состоит из воронки, сита и сепаратора для яиц. Стоит такой наборчик 55 рублей. Заметила, что на этой неделе в Фикспрайсе появилось очень много новинок из пластика. Еще очередная новиночка от Архимеда – миска с крышкой объемом 700 мл, стоит 39,5 рублей. Еще в этой серии есть мисочки объемом 400 мл, стоит 33 рубля. И самые маленькие малышки объемом 200 мл за 18 рублей. Интересный набор формочек для приготовления печенья. Стоит он 149 рублей. Всего тут 13 форм разных размеров. Тут есть имитация каких-то клякс, различные квадратики, кружки, сердечки. А также есть непонятные какие-то фигуры. И стоит всего лишь 149 рублей. Продается в комплекте с коробочкой, где можно эти формы и хранить. Оригинальный настенный органайзер. Выполнен он из ткани на металлическом основании. Стоит 199 рублей. Есть основное большое отделение и два сетчатых кармашка по бокам. Размеры 23 на 30 сантиметров. Материал полиэстер и стали.
И продается он в нескольких вариантах расцветок. Друзья, а еще в Фикспрессе снова появились продажи книги в мягком переплете, популярные триллеры. А ссылочки на обзоры вы можете найти внизу в описании. Есть отдельный книжный канал, где я, как всегда, показываю книжные новинки. Ну а если вы увлекаетесь искусством, то я думаю, вам понравится книга под названием «Мировая история в лицах». Стоят такие книги 299 рублей, и они посвящены творчеству и биографии выдающихся мастеров живописи «Твердый переплет», альбомный формат А4. А в телесканцелярии нашла вот такую интересную точилку в виде елы, стоит 49,5 рублей. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам Фикспрайса была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами, как всегда, совсем скоро.